Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Каркаджак, в люксовый проект Экомарин Резиденс. Я тут раньше сам работал. Вот так. Вид я сейчас вам показать не могу, потому что влажность высокая, но отсюда видно море. Вот там море видно, с той стороны море видно. Видно также крепость Алании, она вот там, наверху. Отсюда могу показать горы кое-как. Облак много. Проект состоит из 5 блоков. Был сдан в 2018 году. 3 больших бассейна. Запустили верхний бассейн и нижний бассейн. Средний бассейн пока не запускают. Так, очень большая территория. Наверное, один из новейших проектов с огромной территорией. От качественного застройщика. Квартира 3 плюс 1. Дорогие зрители, типа вилла 2 плюс 2 этажа. 3 плюс 1. О, своя территория, свой садик, подземный гараж, вот здесь сразу спускайтесь вниз, все прекрасно. Итак, Мачито вернулся, Мачо с вами, дорогие зрители, няшка-вкусняшка, по очень хорошей цене, продает снова, скажу, наш клиент того времени, но сейчас мой друг и хороший друг. Итак, он продает, чтобы купить поменьше. А маленькая семья еще, дай бог, будет уже большая семья, потом они подумают, что купить. Итак, дорогие зрители, снимаю квартирку, конфетку. Уф, смотрите до конца. Вы такое, может быть, тоже не видели, потому что у каждой квартиры свой дизайн, своя планировка. Огромный первый балкон с хорошим оборудованием, с мебелью. И аппараты всякие какие-то. Так, стоит у нас радиатор. Для зимы он нужен. Вот, большой балкон. Сторона южная и западная. Юго-запад. Восток еще видит, там солнце оттуда выходит, восток еще видит, да. Под всеми этими блоками крытая парковка. Детская игровая площадка, вся инфраструктура находится в блоке С. Там хамам, сауна, парилка, крытый бассейн, фитнес, зона барбекю, детская игровая комната, кинотеатр, даже есть музыкальная комната, пианино и там барабан туда-сюда. Термопакет, окна алюминиевые. Это комната, игровая комната. Он любит поиграть. Любит кайфовать. Так. Спать, ложится, падает с дивана. Встает, просыпается и играет дальше. Вот у него какая-то виртуальная машинка. На голову надевает. О. Стоит на ногах и приключения ищет тебе на голову. Один раз упадет, ногу сломает, потом будет звонить врачам. Вот еще такие штучки. Пью-пью. Ага. Так. Все, хорошо устроился. Некоторые вещи он свои личные заберет. Кондиционер фирмы Гри. Декоративная камень, но настоящая. Даже колонки туда, освещение все поставил. Здесь у нас 19 квадратных метров чистых. Я отмерил лазерным измерителем. Потому что, чтобы не тратить время на измерение. Шкафчики, штаны там, не буду лезть. Идемте дальше. Здесь у нас коридорчик второго этажа. Ай, какая красота. Комната и дочки. Красивая такая. Здесь 10 квадратных метров. Розовый, мозовый там. Вид также на горы, на море. Молодец. Ай, санузел. 7,5 квадратных метров.
со своей джакузи, макузи, якузи, якузамана. Мозаики тут, тут буль-буль. Видите, все работает. Так. Бытовая техника Бека. Так, я туда еще вернусь. Теплый пол у нас в санузле. Домофон также есть на втором этаже. 20 квадратных метров хозяйская спальня. 20. Понимаете? Обои. Тут санузел хозяйской спальни с душевой кабинкой. О, окошко тоже есть. Королевская кровать. Звонок не туда. Смотрите, что здесь хорошо. Вот так нажимаете. Кобойские двери. Опа. Открываем. Гардероб отдельный. VIP. Можно спрятаться. Ой, задел телефон. Тормози. Сни. Выходим на второй балкон. Посмотрим, кто мне в этот момент звонит. Важный звонок. Ответ. Так, второй балкончик здесь. Раз, два, где-то 5 квадратных метров. Вид уже у вас не закроется, потому что тут у нас внизу парк Мэри Алани. Большой парк. Есть теннисный корт, футбольная маленькая площадка, баскетбольная площадка, детская игровая площадка, теннисные столы еще там есть. А также у этого комплекса у себя там есть наверху бильярдный стол, теннисный стол, игровая зона. Мы еще вниз спустимся. Я не собираюсь оставаться на верхнем этаже. Тоже кондиционер фирмы Гри. Закроем. Все. Все показал на верхнем этаже. 262 квадратных метра брутто. 215-223 квадратных метра чистая у нас жилая площадь, где мы можем ходить, где мы можем прыгать. Декоративные покрашены стены. Штукатурка, как они говорят. Ой, здесь лампочки. Как их включить? Лампочки, включись! Нет, да, некоторые лампочки хлопаешь, включаются. Надо снизу включить. Света нет, что ли? Светлана, ты где? Света где? Света нету. О! Это стекла, зеркало какие-то. Грязный, что ли? Ну, такой, да, декоративный. Красота. Окошко кругленькое. Мраморной лестницы. А, во. О, как горит все. Прекрасно. Загорелся. Так. Выхожу я на балкон. Третий балкон. Авокадо выращивают. Да. Это у нас третий балкон. Ну как, терраса. Вот, здесь даже есть колодец. Можно как-то использовать его. Цветочники поставить, деревья. Да сюда, это ваша территория. Электронная рульставня. Кухня. Кухня. Где свет от кухни? Это другое. Тут у нас... Я сюда еще вернусь. Санузел нижнего этажа. Она без душевой кабинки. Весы даже фирмы Xiaomi. У нас моечка, моечка у нас карбонная, столешница, гранит,
декоративная штукатурка по всей квартире, нижний этаж. А где светильник включить? Здесь свет. Где спрятали они? Выключатель не могу найти, дорогие зрители. Так тоже не включается. Ничего. Вместе найдем. Островок посередине. Бытовая техника. Здесь вся фирма. Нет. Это фирма Siemens. Вытяжка БК. Индукционная плита, кажется. БК. Так. Через очки сложно видеть. Итак, здесь встроен шкафчик у нас. Глубокий. Не нужно вещи. Все с доводчиками, видите? Та-да-да-та. А здесь у нас секретная комната, чтобы наказать там балующихся людей, детишек. Можно закрыть сюда на 5 минут. Если поумнее, открывайте, и они выходят. Кладовка. Холодильник также фирмы БК. Здесь тоже глубокий шкаф. Проверяю, что есть, что нету. Все на месте. Большой кондиционер фирмы Гри. 18 тысяч БТУ, может быть 24. Котик пьет. Не кусает еще. Не кусает, не кусает. Ой. Так. Камера повернись обратно. Тоже шкафчик встроенный. Прихожая хорошая. Нашел. О, включил. Здесь тоже встроен глубокий шкаф. Не нужно вещи туда можете поставить. Гостиная комната. Зеленый цвет. Камера не отражает. Это светло-зеленый. Но что-то он бирюзовый показывает цвет в камере. Это нормально зеленый цвет. Здесь как-то он под голубизну. Вся мебель хорошая, качественная. Земля, шар. Декоративная штукатурка тоже. Телевизор фирмы Samsung. Огромная. Где здесь свет включить теперь мне? Спрятали все кнопки. Так, вот. Все, включил. Тоже два окна кругленьких. Так. Выхожу я на четвертый балкон. Ну, это чтобы мыть балкон. Там есть специальный кран. Тут включают фонтанчики. Звук делал. Здесь растения вырастают, тоже красиво. Так. Здесь у нас. И здесь у нас отдельная калитка. Это очень важно. Как бы вилла, но в комплексе. Зато ухаживать за виллой есть. Айдат 700-800 лир у нас айдат в этой квартире. Ну, здесь был вход. Одену тапочки. Все, чтобы идти вперед. Ну, здесь шторы черные, что от солнца не вижу, не слышу, не говорю. Так, 5 лесенок. Мебель у нас уже вся стоит. Тут у нас также зона барбекю. Все как надо. Открываете и готовите свой шашлык, машлык. И меня вспоминаете, звоните, прихожу в гости. Вот огромная территория. Пойдемте, теперь я покажу вам всю инфраструктуру комплекса. Также здесь у нас есть открытая парковка снаружи и вход. Сейчас меня многие увидят. О, привет, Агаси! Привет, привет!
Вот у нас здесь вход, видеонаблюдение, также охрана, 7 дней, 24 часа. Здесь комната охранника. Здесь вход в крытую парковку, есть генератор. Вот уже увидели. Вот здесь есть автомоечка, тоже интересно, да? Сами берете шланг и моете машину. Открытая парковка, поднялись лифтом наверх, а сюда можно зайти снутри только. Так, и что интересно, у каждой квартиры есть отдельная своя кладовка, дорогие зрители, под зданием. Не сбивай меня, жди. Вот, кладовка у каждой квартиры своя. Здесь свет горит. Вот такая кладовка у каждой квартиры под ключ. Ага. Можно велосипед поставить, можно купить электрический мотоцикл, подключить. Генератор у нас находится здесь. Территория огромная, из-за этого ролик будет большим, дорогие зрители. Я знаю, вам это уже очень понравилось. Дорогие зрители, расстояние до моря отмерил по карте Google 1070-1090 метров до воды. Здесь хороший пляж, пляж Gold City, пляж в Каркаджаке, Kona Construction, который там у них хорошие пляжи и хорошие парки, где павлины, рестораны у первой береговой линии. Также в шаговой доступности сеть магазинов Migros есть, А101 есть. И маленький магазин вот здесь прямо 50 метров впереди, где вы можете купить. Открыли новую пекарню во входе в Каркаджак. Смотрим дальше. Вот детский бассейн, здесь грибочек, фонтан, вода течет. Здесь детская игровая площадка, есть аквапарк свой, горки, морки. Отсюда тоже вода подтечет, но пока это не запустили, запустили верхний. Там также есть сауна. Зеленая территория. Я работал управляющим в этом комплексе, так жать, чтобы понимали. Вот это не запустили, они запустили верхний этаж. Потому что большие расходы, Лира туда-сюда скачет, а Айдат не могут определить, потому что Айдат собрание бывает раз в год. И еще, может быть, какие-то нюансы, они хотят доделать вот это, отремонтировать верхнюю часть, потому что вот соль остается на... Мозаичная кафедра. Ой, устаю. Хорошо, что одел свою шляпочку. А то очень жарко и душно. И влажность высокая. Вот видите, бассейн верхний запустили. Тут включается это джакузи. Бульбулькает тут. Когда надо, включает. Когда нет, не включает. Вот плаваете, отсюда вид на море и на соседние здания. Раньше этих зданий не было, вот вид немножко закрылся. Закрылся. Эко Марин Резиденс. Yes. Познакомились с хозяином. Сядете за стол, обсудите цену. Цена квартиры 363 тысячи евро. Есть торг. Позвоните. Я буду за вас торговаться. Не беспокойтесь, я тут задушу его, и он спустит цену. Не беспокойтесь, звоните. Я показываю вам дальше всю инфраструктуру. Здесь у нас фитнес. Тоже требуется ремонт на стенках. Фитнес хороший. Отсюда вид на крепость Алания. Я его сейчас не вижу, так как влажно высоко. Здесь... Так, зона отдыха. Включаем. Сауна. Специально солевые камни какие-то, они гималайские. Римская парная со своими звездочками. Душевые. Шхамама. Рай. Здесь VIP-комната, отдельно закрывайте дверь от чужих глаз и купайтесь, принимайте хамам, душ, муж. Закрываем.
Здесь тоже все закрываем, экономим электричество. Да, Пикачу. Здесь крытый бассейн уже спустили. 20 дней назад она работала где-то 17 метров в длину. Вот так, вот так. Там тоже джакузи бульбулькает. Садитесь между вот этими штучками. Ух, там такой кайф. Дергает. Здесь территория для йоги. Ложитесь. Делайте там упражнения для позвонка. Если у кого-то есть проблемы с позвоночником, советую открыть YouTube, написать там «Лечение межпозвоночных грыж мастер Шива». У кого есть грыжа в спинке, боль, все уйдет одним разом. 3 месяца утром, днем, вечером делайте упражнения. У меня была грыжа, так что я себя восстановил полностью. Сидеть не мог, представляете? 7,8 миллиметров. Там. Тут, видите, опять джакузи, массажная комната. Вызываете массажиста. Тут некоторые места тоже отремонтируют. Поняли, да, мастер Шива. К докторам идти не советую. Сразу же делаете вот то, что надо. Упражнения. Йога. Лечение межпозвоночных грыж. Идемте дальше. Здесь у нас инфраструктура продолжается. Здесь унитаз для детей маленький. Нормальный санузел. Тут тоже нормальный санузел. Тут музыкальная комната для детишек. Еще есть пианино. Я тот раз играл тут. Бывший тоже, бывший музыкант не бывает, но бывший. Я быстро снимаю, что ролик и так стал длинным. Так, здесь у нас кинотеатр. Кажется, он закрыт. Да, там хороший кинотеатр. Ключом. Детская игровая комната. Огромная. Вот такие комнатки. Зашел, вышел, зашел, вышел. Счастье у детей тут. Там доска. Машинки покупаете здесь. Они водят дорожки тоже все. Гаишники тоже есть там. Когда детей завезете туда, дайте еще там 100 рублей, там 100 лир. Зона отдыха. Также место, чтобы отмечать день рождения. Там PlayStation есть. Пульты у консьержа, у охранника. Можно попросить. Теннисный стол, бильярдный стол. Все функционирует. И самое главное, здесь также есть зона барбекю. Но вам не нужно, потому что у вас своя территория зоны барбекю. Вот отдельно все тут шик-пэк. Успел показать все вам. Закрою дверь. Ставьте лайк. Коммент напишите туда. Подпишитесь, если все не подписались. Если все еще не подписались. Потому что у меня очень хорошие варианты появляются. Я просто сам порой не снимаю, потому что хозяева порой поднимают цены наверх. И рынок сейчас стал сложным. От чужих глаз подальше. Те квартиры, от риэлторы, столько здесь все. Все за портфель бегают, не могут найти. Так что звоните. Плюс 90-555-064-9110. И Агаси найдет вам квартиру вашей мечты. Заранее звоните. Не приезжайте сразу. Агаси, мы приехали, давай, ищи квартиру. За 10 минут я квартиру не смогу найти. Так что меня тоже понимаете. Заранее дайте мне знать, чтобы я подготовил вам хороший портфель по хорошим ценам. По хорошим ценам. Так что всем пока-пока. Много говорить не люблю. Я люблю действовать. Чао.